Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Целый год прошел с прошлой нашей встречи. Время летит. Но я вас хочу сегодня поздравить со всеми праздниками, датами, которые было. С декабря по нынешний день великое множество. И в первую очередь поздравить с наступающим праздником, на мой взгляд, самым светлым. Дорогие наши женщины, вас с праздником весны, с праздником 8 марта. И желаю вам здоровья великого, оставаться такими же красивыми, обаятельными, жизнерадостными, как и есть, на долгие-долгие годы. И всех ваших близких поздравляю тоже с тем, что вы у них есть. Значит, готовясь сегодня к концерту, был небольшим затруднением, потому что как-то получилось так. С одной нехорошо, с одной стороны, ни ВДВ, ни там ВКС вокруг, в ближайшем обозрим нету. А зато праздники были, надвигаются праздники. Так что, в общем-то, ничего, как концепции никакой мы и не выработали. Так что такой микс, как бы с вашего разрешения, песен, которых я просто мало исполнял в прошлые годы, или редко, вот такие в основном песни. Естественно, по вашим заявкам, которые в прошлый раз не удалось все спеть, они есть, вот уже записаны, я помню про этого. И если будут еще, да, добро пожаловать, просто там отдавайте. И еще одна дата, которая бы все-таки Афганистан не дает уйти. Вот дело в том, что сидят двое здесь те, у кого сегодня праздник. Вон он, наш доблестный комиссар комиссаров, Николай Алексеевич. Вот. Потому что 35 лет, как мы... Исполняется в этом году 35 лет, как мы отправили, приехали уже на афганскую войну, 82-й год. Да, Коль? Вот, так что тоже дата такая. Самое интересное, что наша группа, вот, и самое замечательное, что все живыми оттуда вернулись. Правда, еще четверых у нас нет, они сегодня заняты по разным делам. Но деды все уже, внуки. Кто-то преподает, профессора наши учатся по субботу, там учатся. Но не важно. Так что вот поэтому будут песни про Афганистан, естественно. Ну и возвращаясь к тому дню вывода, как интерес, как его только не называют. Вот я смс-ки читаю, но не отвечаю. И вообще, когда праздник какие-то, да, ты отключаю телефон напрочь, значит, но смс-ки читаю. 15 февраля. С днем воина-интернационалиста. Я про себя чертыхаюсь, потому что вот где интернационализм у меня лично и у других, значит. С днем защитника Отечества тоже пропускаю. Тоже никакой. Лично я никакой Отечества никогда не защищал. У меня Родина, например, была там. И у большинства. Значит, еще друг пишет, один замечательный, он пишет. Там. Прости меня грешного, Господи. Это ж, почему-то мне-то прощенное воскресенье. Там. Прости меня. Но дожили. Боевые солдаты, они, значит, вот все ударились в веру, надежды никакой, значит, не осталось. Да я так просто говорю. И много чего интересного прочитаешь. Без конца пишешь московские суворовцы. Не знаю кто. Поздравляет со всеми датами, со всеми. Каждый день. Неизвестно. Давно уже, много лет, московские суворовцы. Спасибо, московские суворовцы. Кто-то таковых знает, передайте от меня благодарности. Значит. Так, тогда, чтобы время не терять, потому что нас сегодня в 6 часов отсюда точно попросили уйти, потому что какой-то большой ансамбль со многими щипковыми, не щипковыми инструментами должен тренироваться и что-то тут выступать потом будет. Так что... Так... Вот получилось так, что по техническим причинам длинные песни об афганской войне, как-то я их старался стороной обходить, чтобы больше осталось для других. Ну, а тут уже никуда не деться, поэтому вот разрешите, я и начну с них. Это называлось вообще сначала, тоже длинно, называлось «Размышление в колонии Кундуз-Файзабад». Это танковая, ну не танковая, это обычная колонна была, наливники сплошные, там чего-то. Это трасса жизни от Кундуза на Файзабад, последний ее отрезок, где больше всего было засад, минных потерь. Комбат-2,
которого жив, это сообщил афганский, жив, здоров, генерал-майор. Слава Масловский, 1,90 ростом, один сам белый, как снег, один глаз голубой, другой карий. Он весь грязный этот, но ни одна, ну, такое счастье было. 28 колонн за одно лето 82 года. Ордена, медали собрал, какие можно было, хотя два раза не награждали в год. Не получил Героя Советского Союза, потому что, ну, резкий был мужик. Набил начальнику политотдела морду, и зато ему не дали героя. А зря, значит. Ну, вот такая. Двух разных войн едина суть. Так говорил один комбат. Мы трассой жизни звали путь из Тулукана в Файзабад. Там трое суток напролет ползет колонна между скал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Кричи с досады, не кричи, здесь эти крики ни к чему. Где ставят мины басмачи, известно Богу одному. Не угадаешь, где рванет, под кем сработает запал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Держись спокойнее, браток, на нервы мизерна цена. Здесь не Европа, а Восток, и в моде минная война. Вздремни, покуда твой черед, отдай напарнику штурвал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Прикрой усталые глаза, взгляд оторви от колеи, и все, что в письмах прочитал, за словом слово повтори. Тебя в союзе кто-то ждет, а может, ждать уже устал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Да нет уж, лучше не дремать и успокоиться на том, что будет время вспоминать, когда до финиша дойдем. Закат ложится на капот, угрюм и тих багровал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. А где-то мир и тишина, и только фильмы о войне. А здесь отметилась война пробойной в лобовом стекле. Сказали, вас награда ждет, а ты о ней и не мечтал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. И кто-то там живет, как жил, добрососедствуя со злом. А ты давно уже забыл, что называется добром. Пыль со скулы смывает пот, в глазах багровый карнавал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Дилемма, быть или не быть, не для уставших наших душ. Мы просто дальше будем жить, перевалив за Гиндукуш, вон прогудев над головой. Вертушки в сторону ушли, и перестроился конвой. Очнись, приятель, мы дошли. Спасибо. Песня посвящается всей нашей боевой бадахшанской группы «Каскад-4» и присутствует здесь в лице Коли Комиссарову. Он у нас парторгом был таким нештатным, но главным. Это мы называли. Вот Коля идет, наша честь, совесть и участь. Вот он
заставлял всех соблюдать личную гигиену, прям достал всех, но и совершал подвиги, не боюсь этого слова. Вот этот человек скромный, да, он отправился один вместе со своим переводчиком, Али его звали, что ли, да? И тот с квайзалист, тот с какой-то местной гармошкой, отправил на территорию духов, где был лицей, где 40 человек. Выпускников собирались уйти в Пакистан, как потом мы поняли, узнали, они или не они, но учиться летному делу. Это было страшно. У нас было господство в Господе, полное господство. У духов не было, а тут вдруг учиться, и значит там... Поехал чего-то, переводчик его чего-то там играл, Коля чего-то говорил. В общем, 40 человек распропагандировал, за 2 часа... машину похитил. Поскольку он был начальник партийный, над старшим сержантом, водителем машины Урала, то он его из гарнизона вместе с машиной и на этой машине приехал туда. Коль, что ты скромничаешь, так же было дело там. Ну, мы представили у Кодину, написали, что заслуживает, но ему сказали, что он не с того подразделения. И, значит, обругали его там в Кабуле. Но спирт, свои традиционные 5 литров спирта он нам привез. Целыми и сохранными, каждый месяц привозил. Так что в его лице и моем вот это такое письмо, одно как бы, про наше житье, бытие все. В краю незнакомым, далеко от дома, цепляясь за скалы, плывут облака, и точит веками гранитные камни. Здесь мутными водами когча река, и точит веками гранитные камни. Здесь мутными водами когча река. Предгорья Памира и банды Басира, и город с названием простым Файзабад, где сам губернатор почти провокатор, где год коротает четвертый каскад, где сам губернатор почти провокатор, где год коротает четвертый каскад. Здесь с койками рядом стоят автоматы и смотрят на город стволы БТР. Ты редко мне пишешь, твой голос все тише, а письма так долго идут в СССР. Ты редко мне пишешь, твой голос все тише, а письма так долго идут в СССР. Здесь радио нету, и редкие газеты, и транспорт единственный здесь вертолет, а ночью ракеты и трассеры где-то терзают на части чужой небосвод. А ночью ракеты и трассеры где-то терзают на части чужой небосвод. Здесь ветры с Джелгара на склонах Атары, на озеро Шива ползет караван. Здесь рвутся гранаты, летают снаряды, и тянет с дуканов гашишный дурман. Здесь рвутся снаряды, летают гранаты, и тянет с дуканов гашишный дурман. Мы вспомним, ребята, как пели когда-то под лампочки тусклый скупой огонек, как жили на вилле, как в горы ходили, где нас прикрывал миномет Василек,
Как жили на вилле, как в горы ходили, где нас прикрывал миномет Василек. И может когда-то, пускай без награды, домой мы вернемся к подругам своим и встретимся снова у дома второго, а может быть у проходной дурни. И встретимся снова у дома второго, а может быть у проходной дурни. Но кто нам предскажет, когда нам прикажут опять собираться в чужую страну? И парни с каскада возьмут автоматы, и мир защищая уйдут на войну. И парни с каскада возьмут автоматы, и мир защищая уйдут на войну. Первый год пребывания прошел, и напоследок была написана такая песня. Мы уже сидели на чемоданах, все там связав, все, что можно, все, что было нужно, но нам уже нет. Ой, привет, какие люди! Как раз тут вот вспомнил, сейчас пел песню. Наши люди приходят. Вот сидели, все связав, лишнюю технику, бронетехнику, все сдали в армию. Радостному комбату 2, 3 тонны боеприпасов, столько же с собой вывезли на вертушках, на Ми-6 вместе с газом. Уходили из Файзабада, закрывали точку, летели в Кундуз, а дальше уже домой. Точно знали, что уже все. Так что вот эта песня написана на старой песне, называлась «От Москвы до Шанси», но это давнишняя песня, а это... Быстро-быстро, незаметно, дни пройдут как часы. Лягут синие рельсы от Москвы. Ну, рельс там нету никаких. И отродясь не было. Но зато были самолеты 76-е, птицы, значит, наши белые дембель в названии. Ну, вот такая песня. Одная. Быстро-быстро, словно птица, пролетит этот год, пролетит этот год. До советской границы нас помчит самолет, нас помчит самолет. И хребты гиндукуша, оставляя внизу, сон их древний нарушив, наберет высоту, наберет высоту. Снова встретит нас столица и знакомый вокзал, и знакомый вокзал. И родимые лица тех, кто верил и ждал, кто нас верил и ждал. И с друзьями простимся, загрустившие мы домой возвратимся, мы домой возвратимся. Мы вернемся с войны, с войны. Будем пить и петь без меры, как велось на Руси, ну так уж есть на Руси. Сменим мы БТРы на салоны такси, на салоны такси. Будут ливни косые над проселками вновь. Снова будет свобода, снова будет Россия, снова будет любовь. Будут ливни косые над проселками вновь. Снова будет свобода, снова будет Россия, снова будет любовь. Конкретное прощание с городом Файзабадом. Вот эта песня тоже написана. Тоже там еще, в Файзабаде. Еще никуда не улетели. Почему сразу не улетели? Потому что подошел трагический момент. Помнишь, Коль, когда собрали все?
Уже в аэропорт все свезли, и машины, и вертушки сели. Овсянкин прилетел наш этот вертолет. Все загрузили, и в это время на Ми-6 застреляется штурман. Застрелился из Макара своего в голову. Челк сидел, книгу читал. «Ожерелье королевы», по-моему, называлось. Почему? От чего? В общем, застрелился. Ой, рассказ не буду, эту историю дальше там. И долго-долго прилетели особисты, это из полка, из Кундуза долго, и мы взлетели темный уже под вечер туда. Ну, вот от этого вот и наши друзья, лучшие друзья были там, в Файзабаде. Это ребята замечательные, они гордо себя называли ментами, ленинградскую ментовку закончили, так и называли. Сейчас идет фильм, там называется «Менты», но этим ментам киношным до наших очень далеко. К сожалению, командир группы умер в прошлом году, Леня Тепляков. Умер. Здоровый, как шкаф там. Ну, вот это про них, вот про тех друзей, которые у нас замечательные были. Ну, не только в полку были здесь, но здесь были ближе, чем наши коллеги прямые из советников, которые жили в соседней вилле. Земля качается, 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 и вертолеты набирают высоту. И мы прощаемся, 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 и Файзабад уже теряется внизу. И мы прощаемся, 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 и Файзабад уже теряется внизу. Здесь столько было нами пройдено, и сколько было здесь изведано тревог. А впереди у нас Кундуз и дальше Родина, и перекрестки неизведанных дорог. А впереди у нас Кундуз и дальше Родина, и перекрестки неизведанных дорог. Мы снова вспомним боевых друзей, товарищей, мы с ними хлеб и соль делили пополам. Мы вместе шли через засады и пожарища, и пыль глотали, и бродили по горам. Мы вместе шли через засады и пожарища, и пыль глотали, и бродили по горам. Где мы не встретились, в Европе ли, в Австралии, мы снова мысленно оглянемся назад. Когда на карте на восточном полушарии отыщем маленький кружочек Файзабад. Когда на карте на восточном полушарии отыщем маленький кружочек Файзабад. Земля качается, 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 и самолет уже снижает высоту. И все кончается, когда-нибудь кончается, и Шереметьево раскинулось внизу. И все кончается, когда-нибудь кончается, и Шереметьево раскинулось внизу. Спасибо. Этот, она без названия песня, так и без названия, в общем, «Возвращение с задания». Здесь солнце бьет с вершин лучами маяка, над кишлаком корши зависли облака, и топчет караван столетнюю тропу. Вот так в Афганистан врывается в судьбу. И топчет караван столетнюю тропу. Вот так Афганистан врывается в судьбу. Над речкою, как чой, качается жара, и пахнут алычой горячие ветра. Под каской котелком дуреет голова, трещит под сапогом пожухшая трава. Под каской котелком дуреет голова, трещит под сапогом сгоревшая трава. Призраком воды дурачат миражи, а сколько до беды, попробуй предскажи. Но кто бы нагадал, что сбудется вдали, а мы идем к горам 15 шурави. Но кто бы нагадал, что сбудется вдали, а мы идем к горам 15 шурави. Нам некогда глазеть на местный канарит, нам вечер успеть на базу предстоит. Мы смоем пыль и пот и запах от ремней, и встретим Новый год в компании друзей. Мы смоем пыль и пот и запах от ремней, и встретим Новый год в компании друзей. И на немой вопрос зеленых новичков поднимем третий тост без звона и без слов. Начнет ночная мгла над модулем кружить, такие, брат, дела,
такая наша жизнь. Начнет ночная мгла над модулем кружить. Такие, брат, дела, такая наша жизнь. Это на выходе. Незадолго до выхода. Эта песня в 88 году. Я первый раз, три раза был там. Один раз в 88 году. В начале вывода, в мае 88 года, для оказания помощи местным, значит, нашим коллегам в организации безопасности выхода наших войск из Афганистана. Она началась в 88. Ну, значит, и песня написана там. Она не ура патриотичная, потому что, а по ощущениям написанная. Все-таки устали люди от стольких лет войны там. Остывает в горах грязно-серая осень, и грозится снегами седой горизонт. Мы уже ни наград, ни признания не просим. Мы уже нахлебали заморских щедрот. Мы уже ни наград, ни признания не просим. Мы уже нахлебались заморских щедрот. Мы уже отболели холерою страха. Мы уже не считаем контузий и ран на изъеденных потом солдатских рубахах. Ставит бурые метки страна мусульман на изъеденных потом солдатских рубахах. Ставит бурые метки страна мусульман. Где-то там далеко, где родные просторы, там бескрайние леса и бескрайние поля. Здесь в чужой стороне лишь пустыни да горы. Не такой небосвод, не такая земля. Здесь в чужой стороне лишь пустыни да горы. Не такой небосвод, не такая земля. Может, кто-нибудь нас проклянет и осудит, мол, и под нашей кровь были пролиты зря. Только Родина нас никогда не забудет. Мы живые павшие ей сыновья. Только Родина нас никогда не забудет. Мы живые павшие ей сыновья. Здесь сердцами встречая свинцовую вьюгу, мы узнали почем и вода, и слеза. Протяни мне, собрат, уцелевшую руку. Мы открыто посмотрим друг другу в глаза. Протяни мне, собрат, уцелевшую руку. Мы открыто посмотрим друг другу в глаза. Радостные дело, когда неожиданно тебе отпуск дают. Сначала говорили, что отпуска не будет, там, идите год. Но отпуск у меня был. Там. Улетел я, нагруженный оккупационными товарами, как всегда. Все, на что хватило. Нам афганями платили, ну что там. Барахла кот закупил, вонючие дубленки там себе, жене, детям. Да, барахло, они все расползлись. Ну, неважно потом. Обратно возвращение, конечно, хотя отпуск достаточно большой был, обратно возвращались. Но сели в Тузели. Тузели – это в Ташкенте наш военный аэропорт. И сидим, ждем рейса. Когда, кому, куда. По-разному, да. Пересылка там. Вот и так песня называется – пересылка. Там были, конечно, радостные моменты, но грустные, потому что... А может, веселый, ожиданию конец, самолет пришел и полетели по адресам своим. Эту песню написал,
Ой, вру. В 89-м, когда Олег Иванович Брилев, вы его знаете, да? Позвонил мне, сказал, ты что здесь сидишь? А я говорю, чего, какой у тебя личный номер? Я не помню личного. Он говорит, идиот, посмотри, у тебя удостоверение написано. А я не помню никогда, зачем мне его? Чем меньше знаешь там чего-то. А я говорю, зачем тебе? А тебе, говорит, указом Президиума Верховного Совета орден Красной Звезды там запить. Ну, это длинная история, как я получал. И мы сидели, обмывали у него. Он сидел на чемоданах, потому что уезжал отсюда со своего генеральского места, уезжал в Сочи, где ждала его любимая женщина туда. И вот он сейчас там живет, слава Богу. И вот мы. И там на салфетках написал. Я бы не помнил, если бы он сам не пришел, и в архиве не осталось. На салфетках там, на этих. Вот замечательные, ну, не замечания. Ну, в общем, Тузель. Пересылка. До Кабула от Тузели я промаялся неделю. На войну пойди попробуй улети. Пропадал на пересылке между песней и бутылкой. Только встретил и девчонка на пути. Пропадал на пересылке между песней и бутылкой. Только встретил и девчонка на пути. Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка, как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, пересылка, поцелуй прощальной пылки, но не буду врать, что я тебя люблю. Самолет уходит к югу, на прощание дай мне руку, синеглазая, кореглазая, попучится на час. Улетаю за судьбою, она бывает злую, но не хочется об этом мне сейчас. Улетаю за судьбою, она бывает злую, но не хочется об этом мне сейчас. Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка, как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, пересылка, поцелуй прощальной пылки, но не буду врать, что я тебя люблю. Полевых погон распятие, а на тебе такое платье, будто вечер повторился выпускной. В легком ситце зябнут плечи, мне оправдываться нечем, наши судьбы перепутаны войной. В легком ситце зябнут плечи, мне оправдываться нечем, наши судьбы перепутаны войной. Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка, как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, пересылка, поцелуй последней пылки, но не буду врать, что я тебя люблю. Вот закурил, а сердце рвется и со счастьем расстается, пусть оно еще продлится на чуть-чуть. Самолет гудит устало, а ты у кромки поля встала и рукою мне махнула в добрый путь. Самолет гудит устало, а ты у кромки поля встала и рукою мне махнула в добрый путь. Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка, как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, пересылка, поцелуй прощальной пылки, и все равно не буду врать, что я тебя люблю. Эта песня написана, уже вернулся с 89-го года, и она в фестивальной Стереотомаке, а ее много раз я пел ее потом по просьбе. Она грустная песня, песня, в общем-то, о тех, кто не вернулся, но и о другом есть, о верности и дружбе фронтовой. Поднимаю тост за друга старого, с которым вместе шел через войну. Земля дымилась, плавилась пожарами, а мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю тост за друга верного, сурового собрата моего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, когда бы рядом не было его. Последние патроны, сигареты ли, мы поровну делили пополам. Одною плащ-палаткою согретые мы спали, и Россия снилась нам. И сколько бы мне жизни не отпущено,
куда бы ни забросила судьба. Я помню, как однажды друга лучшего свела со мной афганская тропа. На старой фотографии любительской, еще после атаки не остыв, стоим мы, два десантника из Витебской, устало улыбаясь в объектив. И я гляжу на эту память прошлую, свеча горит и тает стеарин. Мы в день последний верили с Алешею, тот день пришел, я праздную один. А за окном ночная тьма колышется, гляжу на фотографию, курю, и мне охрипший голос друга слышится: живи, а я прикрою, как в бою. Рассвет встает над городом пожарищем, по улицам трамваями звеня. Я пью вино за старого товарища, а был бы жив он, выпил за меня. Рассвет встает над городом пожарищем, по улицам трамваями звеня. Я пью вино за старого товарища, а был бы жив он, выпил за меня. Спасибо. Песня называется «По Востоку». Там много о Востоке, что я написал разных песен. Но это такая песня для новобранцев, кто попал в Афганистан, в армии кто-то. Краткий экскурс, значит. По востоку, к небу тянется дорога, путаясь в барханах, сопках и горах. По востоку, заложите души Богу и в патронник загорите, загоните весь свой страх. За спиной РД тяжелый, ты терпеть не мог со школы, если что-то давит на плечо. Это было все когда-то, здесь не мальчики, солдаты, день год за три пишется в зачет. По востоку, перекурим, брат Серега, до атаки остается 5 минут. Небо высветит ракета, чья-то песня будет спета, и кого-то в цинках увезут. Караван из Пакистана, банда духов из Баглана, пища автомату твоему. На гражданке ты был смелым, здесь тебя проверят делом, объясним, что как и почему. По востоку, где ж ты, Ленка, недотрога, помнишь, как тебя я с танцев провожал? Целовались до рассвета, да ладно, стоит ли об этом, все решит последний перевал. Штык-герой, а пуля-дура, это все литература, это все газетная мура. Из далекого Герата передай привет ребятам нашего московского двора. Из далекого Герата передай привет ребятам нашего московского двора. По востоку, к небу тянется дорога, путаясь в барханах, сопках и горах. По востоку, заложите души Богу и в патронник уберите весь свой страх. Ну, это опять же про Восток. Мои впечатления, не могу ошибаться, я там как бы... Где было изучать весь Восток, когда места дислокации были разные, и это не весь Восток совсем там. И совсем я не знаю, я понимаю, сейчас, глядя, зная, узнавая о том, что происходит в Сирии, где-то там, рядом. Но это не важно, было все равно нам, куда. Мы даже не знали, когда отправили, куда мы вообще летим-то. Как и первые были, не знали, кто в декабре штормовал Кабул. А нам было и все равно, в общем-то. Есть задача, на месте поставят, так что. А это впечатления такие. Из того, что я успел понаблюдать. Что расскажешь о Востоке? Непривычная страна. Здесь совсем другие боги и другие имена. Здесь горянки величавы и пугливы, как стрижи, но глаза глядят лукаво через сетку паранжи.
То оазисы, то горы, то пустыня Регистан. Мчатся бронетранспортеры из Кабула в Чокчаран. Здесь одна сплошная суша, не бывает жарче суш. Но с вершины Гиндукуша виден только Гиндукуш. Там народ неторопливый, почитающий Коран, где расписано красиво о проделках мусульман. Там землей латают крыши, там стреляют по ночам, там предложат вам гашиша предприимчивый бачам. Там поклонники Хайяма, знатоки Фердауси, но тонкостях ислама спорить, боже упаси. Вас разбудит на рассвете вопиющий с неба глаз, то мулла зовет к мечети делать утренний намаз. Там экзотики навалом, экзотичнее найти, но там стреляют из дуала вдоль колонного пути. Так что расскажешь о Востоке, непривычная страна, там совсем другие боги и другие имена. Спасибо. Действительно, что еще о Востоке можно рассказать? Ну вот. Это песня снайпера спецназа, который выпало тоже счастье. Он поехал в Москву, он отдохнул в Москве и возвращается оттуда с полным впечатлением об отпуске замечательном. И где-то на операции, не то чтобы в засаду, но пришлось залечь, никуда даже не двигаться и ждать, пока прилетят вертушки и вызволят наших ребят. Но в Москве вы знаете, что в моде, то помнит. Все в бананах. Терпеть ненавижу, как говорит мой, эти бананы, там мне клиша такие еще, ближе там времен Битлз. Но это бананы, батники, все контрабандные. Ну да, смешно. Вот когда мне варенки, да, и неделька, кто-то еще, 7 штук, и там еще и колечки, и плюс это еще. Тоже народ ломился за ними. Нет, ну я привез, думаю, что это все берут, а я возьму. Пригодится в хозяйстве что-то. Ну вот. Ну и ломщики на Цветном, на Каширке, на Сиреневом бульваре. Ломщики, которые чеки, все же с чеками. ВТБ, ВПТ. Мы вот их там меняли, обманывали. И вот лежит этот снайпер, ну это его размышления. Мальчики-бананчики, ну все эти. Четвертый час лежим в цепи, лежим в пыли. На солнце яростно слепит. Чуть-чуть поодаль догорает БМП. Тоска такая, хоть кричи, а наша рация молчит. И черти что за мысли в голове. А где-то мальчики, надев бананчики, клиентов у березки поджидают делово, а у меня в прицеле солнечные зайчики, зайчики, зайчики и больше ничего. Мы вышли встретить караван, но напоролись на душман, и духи нам устроили аврал. Играем с ними в чет-нечет, и час за три идет в зачет, о чем нас кадровик предупреждал. А где-то мальчики по ресторанчикам под вечер отправляются на импортных авто, а у меня в прицеле солнечные зайчики, зайчики, зайчики и больше ничего. А может, так и надо жить? Кому стрелять, кому кутить, кому-то все это показывать в кино. Но ощущение гнетет, что все известно наперед и повторяется забытое давно. И эти мальчики по кинозальчикам геройство наши будут наблюдать из темноты и щекотать подружек резвым пальчиком и целовать взевающие рты. Это, в принципе, стихи были. Один раз я спел, но это давным-давно черной вариант. А потом пошло, смотрю, в Ленинграде появилось. Они назывались, так назывались, «Помяни нас, Россия». Бренд пошел гулять давно-давно уже. Книгу выпустили «Помяни нас, Россия», еще что-то. Ну, вот это я попробую спеть. Лучше всех эту песню сделал Карась, вот, все равно вам известный, да? Исполнил ее лучше всего, но я так не мог, как он. А его нет, никак не дозовемся его сюда на концерт. Он в Луганске оборону держит, там уже до сих пор. Вот так что...
Это к декабрю вот песня. Я там пробую спеть, как пел когда-то. Не сетуйте на то, что мелодия, может, не такая. Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, перед тем, как сойдешься за праздничный стол. Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, кто берег тебя вечно и в вечность ушел. Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, кто берег тебя вечно и в вечность ушел. Помяни нас засыпанных пеплом и пылью, пулеметами врезанных в скальную твердь. Запиши нас в историю горестной былью и рубцом материнское сердце отметь. Запиши нас в историю горестной былью и рубцом материнское сердце отметь. Помяни нас, Россия, и злых, и усталых, одуревших от зноя, без сна, без воды, отмеряющих жизнь от привала к привалу, от звезды до звезды, от беды до беды, отмеряющих жизнь от привала к привалу, от звезды до звезды, от беды до беды. Помяни нас и гордых атакой победной, ни наш шаг не сошедших со взятых вершин, ни трибунной речью, ни строчкой газетной, о скрижалях великой любви запиши. Ни трибунной речью, ни строчкой газетной, на скрижалях великой любви запиши. Помяни нас, Россия, в извечной печали, златорусую косу свою расплетя, на оставшимся помнить и жить завещали, жить, как коротко прожили мы для тебя. На оставшимся помнить и жить завещали, жить, как коротко прожили мы для тебя. Спасибо. Значит, это вот стихи были написаны. Песню я сделать не собирался из них. Это висят просто стихи. Прочитаю. Это все по кабу. Они ушли иллюстрации к письмам, к книге с иллюстрациями об Афганистане. Большой Громов тогда его пускал. Пускал туда, я эти стихи написал. Просто вот. Год, по-моему, 88 или 89, на выводе. Я бы мог рассказать о красе этих мест и про жаркое лето в Кабуле. Да боюсь, что романтика вам надоест после первого посвиста пули. Перевалы в кисейной фате облаков, испытаний сердца и воли. Перевалы, где дикие розы ветров наши щеки шипами кололи. Эти горы, где каждый доверил друзьям жизнь свою и в великом, и в малом, и какую-то высшую точку пройдя, обзавелся своим перевалом. Краткий, это из этого, из первой, из боевой командировки. Такие зарисовки, они остались, я посчитал, что больше и не надо ничего, и песен писать. И там. Вот такая. Ну, известны всем эта ситуация, кто там был в Афганистане, все знаете. Душманский снайпер счет открыл, отметку сделал на прикладе. Он, знать не знал, кого убил, он просто думал о награде. А тот, который на броне
кому досталась эта пуля, в тот миг не думал о войне. Его заменщик ждал в Кабуле. Еще последний, ну, там. Это 89-й год, или 88-й, тоже не помню. После длительной годовой командировки я уже поехал на вывод туда со спецзаданием. Здравствуй снова, Кабул. Я тебя беспокойным оставил. Через 5 долгих лет я вернулся сюда. Но по-прежнему ты исключение из правил, не похожий на те, что я знал города. В орёле ракет мы на землю спускаемся с неба, над шершавые полосы взлетных полос. Я не в форму одет, я без бронежилета. Вновь открыта душа и для пуль, и для слез. Вот эту песню заказ пришел из Мюнхена, где у меня брат обретается, который... Я занимаюсь тем, в конечном итоге редактирует книгу, там будут сборники моих текстов и песен, а она выйдет к концу года, надеюсь, там. А он делает все как положено на Диком Западе. Там, у него. А это он перезаказал, ему очень нравится. Ну, вы знаете, про Валеру я рассказывал, Коновала, кто-то такой есть, мы с ним коллеги, и оба и теперь как бы ни холодной войны, ни Советского Союза, так что мы с ним и раньше-то врагами не были, а тем более теперь. Нет, это нужно мне как раз сейчас. Лилия Дюранда. Значит, она появилась. Мы, это премьер-министр Великобритании в те времена, когда ввели в Индокитай, и англичане ввели войны, пытаясь объединить все в Индокитай, все туда согнать, Пуштунистан туда, все вот это в одну коробку, и все себе подчинить. И премьер-министр взял, образно говоря, карандаш, разрисовал прям прямыми линиями. Мы наблюдаем Сирию, она же такого никогда не существовала, никогда государство. Вот эти прямые линии, это и есть линия Дюранда. И вот линия Дюранда отделяет, отграничила Афганистан от Пакистана, Индии. Вот, это, собственно, есть граница, которая никогда в Афганистане власть места не признавали никогда, там без конца стычки. Пуштуны, Африди и Шинвари, которые кочующие, плевать хотели, они готовы воевать со всем Пакистаном, что так и было в 84-м, по-моему. Их не хотели пропускать через границу, им плевать, они столетиями бродили зад-вперед, кочующие пуштуны. И именно о том, что подписали в 1000... Была третья попытка окончать. Ну, две битвы, одна при Майванде, где английский экспедиционный корпус, вот эти как, полудикие с кривыми саблями и с криками «Аллах Акбар» разгромили напрочь. Осталось там человек 30 всего, и пушки потеряли все эти. Нельзя покорить народ никакой, нигде, никогда, а уж афганцев тем более. Вот. И тогда хотели третье, забрали армию. Но в это время Советский Союз подписал на мирный договор с Аманулло Шахом, который предусматривал в случае ввести туда наши войска. Мы их потом вводили, до нас был дважды вводили, еще до того, как мы туда. И англичане не полезли. Потому что помимо договора, туда еще две дивизии пришли. Одна чекистов, переодетая в форму красноармейцев, там несколько лет. И англичане стали воевать. Я так и остался. Это линия, через которую свободно кто хочет, туда и ходит. Из Пакистана, там, Афганистан. Ну, а это мы вот за линию Дюранда. За линией Дюранда не утихает гром. Там ни свинца, ни жизни, не жалея. Гремит война афганская в горах и в громе том, заря встает кроваво пламенея. За линией Дюранда кончается судьба и снова начинается с Кабула. Там соль на наших спинах и пепел на губах, и солнце обжигающее скулы. А ты не торопись, удел оплакать мой, читая между строчками в газете. А ты меня ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. А ты меня ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. За линией Дюранда и другие враги смешались беспощадно этой драке. Ревут бронемашины, грохочут сапоги, и сердце бьется ритмами атаки.
За линией Дюранда мы старше на 100 лет. Здесь волосы седые не в новинку. На тропах караванных мы оставляем след солдатского рифленого ботинка. На тропах караванных мы оставляем след солдатского рифленого ботинка. Мы сами разберем, кто трус, а кто герой, кто прав и кто не прав, и кто в ответе. Ищи меня, ищи по почте полевой, и верь, что я живу еще на свете. Ищи меня, ищи по почте полевой, и верь, что я живу еще на свете. За линией Дюранда все проще и мудрей, здесь за чины не выторгуешь славу. И братство по оружию, религией своей, мы выбираем здесь не по уставу. За линией Дюранда для смерти нет преград, но ты меня, но ты не верь, но ты меня послушай. Со мною локоть друга и верный автомат, и я не пропаду за гиндукушем. И ты не торопись, удел оплакать мой, читая между строчками в газете. А ты меня ищи по почте полевой, и знай, что я живу еще на свете. Так, друзья, сейчас перерыв минут на 15, да? И потом продолжим.